здесь лежит что-то интереснее. Что это? Чем оно вообще существует? Только вот их глаза, они были зарисованы, как будто какая-то демоническая футболка. Чё твари, про меня зовут Серго Нези, про сегодня мы снимаем вообще необычное видео, которое я хотел еще снять давным-давно. Но почему-то я подумал, что это видео не наберет просмотры, и я просто зря его сниму, и моя даже банда его не будет смотреть. Но недавно наткнулся на видео одних блогеров, которые сняли почти то же самое, и блин, они набрали по несколько миллионов просмотров, в то время, пока я просто сидел и снимал что-то другое. И я понял, все, пришло время снимать это видео. И бады, надеюсь, что оно вам понравится, потому что, блин, это снова селфи-видео, в котором я буду сам себя снимать. Либо вот так, либо на штативе. Короче, мой оператор сегодня очень сильно занят. Она готовится к тому, что ей поступать в университет. И за что я вообще плачу? А, да, я же не плачу. Так вот, Суприм банда, как я и говорил, у нас сегодня необычное видео. Потому что мы банда. Мы с вами лезем в одно очень страшное место. Это подвал. Этот подвал, он на улице, и поэтому он считается как погреб, но мы его используем как подвал. Мы туда скидываем наши ненужные вещи или же продукты, которые мы будем позже использовать во время зимы. Так вот, Суприм банда, сегодня мы с вами лезем в очень страшное место. Поверьте, страшное, я не преувеличиваю, оно реально страшное. Потому что такое чувство, что там как будто кто-то из 90-х еще остался, и этот подвал только вот взяли с 90-х и переместили в сегодня. Банда, вы знаете, что я только недавно переехал в этот дом, поэтому я не совсем еще успел здесь сделать ремонт. Ну, вы видите, да? Собственно, банда, так же самое и подвал еще не очень-то сделан и красиво, потому что он все еще остался от прежних жителей, такой же, как и был, такой же раздолбанный, такой же страшный. Я вам серьезно говорю, банда, в том подвале можно прятать людей, и никто их даже не увидит. Так что, Суприм банда, сегодня я снимаю селфи-видео, и без оператора очень трудно держать динамику видео, поэтому если вдруг я потеряю эту динамику видео, обещай мне, что ты будешь смотреть дальше это видео, пообещай мне. Итак, Суприм банда, вот этот подвал, этот погреб, я не знаю, как его назвать, но, блин, оно выглядит очень жутко, и это вы просто... Просто посмотрите, за заходится мой страх. И самое главное, чтобы вот эта дверь не закрылась, иначе она просто захлопнется, и я больше не выйду. Или мне придется ждать кого-то, либо, может быть, кому-то звонить. Но это под землей, и здесь нету связи, поэтому я не смогу кому-то позвонить. Окей, как видите, там уже стоит мой софтбокс, как видите, здесь уже какие-то продукты лежат и коробки. Да, все, как я вам рассказывал. Ладно, окей, давайте спустимся и посмотрим. И я вам сейчас все покажу. Посмотрите, какой вид отсюда. Как будто реально какой-то фильм ужасов. Так, ладно. Вот здесь лежат вещи, и сразу же нас же встречает коробка из Даркнета. Господи. Сзади лежат вещи еще какие-то, но это точно не наши. Эти коробки наши, и... Это, наверное, наша коробка, но я ее не помню. Сюда только посадить кого-то еще, и можно снимать 24/7, что он делает, привязанный к стульчику. Кстати, неплохая идея для видео. Окей, банда, сегодня у меня нету оператора, поэтому это будет селфи-видео. Я буду как-то снимать, пытаться сделать, чтобы все было динамично, чтобы вам было интересно смотреть. Я очень надеюсь, что у меня это получится. И, если честно, мне даже немного страшновато открывать это... Те вещи, которые там, потому что это не наши вещи. И мы их не выбрасывали, потому что кто знает, возможно, хозяева еще вернутся в этот дом назад. Ну, нам деньги и вернутся в этот дом назад. Некоторые вещи мы, конечно же, выбросили, потому что они сказали, что их можно выбросить. А вот некоторые, они сказали, что лучше оставить. Именно поэтому эти вещи лежат здесь. Окей, Суприм банды, пришло время это все открывать. Как видите, я на всякий случай взял фонарь, потому что кто знает, что может случиться. Все еще выключат свет или еще что-то, и у меня просто перестанет работать софтбокс. И что я потом буду делать? Я этого не замечал. Здесь вот так вот струмленный нож стоит. Офигеть, блин. Я реально этого не замечал. Так что ж, первое, что нас встречает, это коробка с Даркнета, которую вы все прекрасно знаете. Давайте посмотрим, что в ней. А в ней лежит реквизит из прошлых видео. Так, банда, как видите, здесь доска Уиджи. Может быть, мы еще когда-то поболтаем с духами, но точно не сегодня. Дальше у нас лежит книжка ведьмы, которые там написаны заклинания. Да-да, мы тоже это покупали в Даркнете. И, собственно говоря, самая маленькая коробочка из Даркнета. Честно говоря, даже не помню, что там. Окей, давайте посмотрим, что в этой маленькой коробке из Даркнета. Я помню это. Так что ж, банда, вспоминайте, что это. Я думаю, вы уже вспомнили. Если вы видели то видео, то вы точно уже бы вспомнили. Это футболка, на которой нарисованы Том и Джерри. Только вот их глаза, они были зарисованы. Как будто какая-то демоническая футболка. Доставать ее не буду, потому что я не в перчатках. Кто знает, что с ней было, кто знает, кто ее трогал. Поэтому доставать ее точно не буду, чтобы показывать. Но если вдруг вы хотите это увидеть, то можете сесть здесь, где-то подсказкой будет видео. Так что можете, будете посмотреть. Окей, и дальше письмо из Даркнета. Думаю, вы помните, что там писалось, какие были мне угрозы с Даркнета. В принципе, все, с этой коробкой мы закончили. Здесь просто доска Уиджи лежит. Любой, кто может прийти сюда и просто взять не поиграть или еще что-то сделать. Или на ней все еще нет. Интересный факт, что запомните, на доска Уиджи не будет пыли, потому что дух ее сгоняют. Так, в принципе, с этой коробкой Даркнета мы разобрались. Переходим дальше. Как же неудобно снимать видео без оператора. Я только пару видео снял с оператором, мне уже неудобно без него. Окей, дальше у нас идет какая-то коробка.
Чего? Это настоящие очки виртуальной реальности, в смысле? А, нет, это очки виртуальной реальности, в которые вставляется телефон. Вот они уже точно припали пылью, это прям видно. Вот сюда вставляется телефон, а дальше вы засовываете и смотрите кино. Или играете в игры, как вам удобнее. В принципе, я знаю, что это такое, и это реально классная штука. Но, к сожалению, это не мое, это просто хозяина, поэтому придется это положить назад в коробку. И, может быть, когда-то я их заберу себе. Да. Пусть думает, что мы их выбросили. Что ж, подо мной остались два пакета. Один какой-то слишком блестящий. Неприятный звук. И какой-то... Ой, не буду показывать, что там. Короче, какой-то еще пакет очень... Блин, наверное, нужно было бы надеть лучше перчатки и ножик торчащий. Еще какая-то коробка. Мне кажется, что этот нож здесь непроста, потому что придется что-то где-то резать. Фух, окей, наш фонарь светит все еще. Здесь, блин, мокро, я не знаю, как здесь раскрывать, но ладно, так уже быть. Окей, начнем мы, наверное, с этого пакета. Он просто такой блестящий, весь такой красивый. Прям и хочется от него уже избавиться, потому что он мешает съемке. Так, окей, банда, что у нас здесь? А что это все такое? Косметика! Почти новая! Смотрите, ее как будто все еще не использовали. Интересно, интересно. Но, скорее всего, я не буду это никому давать и сам я не могу пользоваться. Это отвертка. Блин, странная отвертка, если честно. Сразу не понять. Затупленная здесь. А зачем здесь затупленная отвертка? Блин, вот это уже, это реально очень странно. Затупленная отвертка лежит. У кого-то была интересная проблема. Только один наушник. Что ж, ладно, с этим всем ясно. В принципе, этот пакет... в смысле? А зачем было отрезать? В принципе, вот провод от наушников. Вот сами наушники. Я уверен, что где-то там лежат... А вот и вторые наушники. В смысле? Что? Зачем это все было разрезать? Если это были, наверное, скорее всего, это были хорошие рабочие наушники. Что-то не совсем понятно с этим. Окей, банда, у нас осталась коробка и остался какой-то странный пакетик, который по рисункам мне не очень хочется открывать на видео, потому что кто знает, что там может быть. Давайте начнем с коробки. Или с пакета. Ладно, давайте начнем с коробки. Наверное, нам этот нож здесь понадобится. Она же не запечатана. Зачем здесь нож? Какой смысл в этой коробке? Она почти пустая. Там вот какая-то вещь лежит и все. Что, блин? Не мне судить, что здесь, поэтому... Ну что это? Это настоящие продукты, только лаком покрыты. Это настоящий чеснок, это настоящий перец. Это я не знаю, что. Офигеть, а зачем это? Оно ж потом вонять будет, скорее всего, в доме, если его повешат где-то. Так, в принципе, с этим ничего не понятно, но фиг с ним. Здесь лежит что-то интересней. Что это? Зачем оно вообще существует? Перемена к осадкам, перемена к ясной... Не, ну у нас сейчас осадки, да, эта штука, в принципе, работает. Сделано в СССР. Оу, это такая страшная штука, и она такая старая одновременно. Сделано в СССР. А что это? Я это могу крутить? Зачем? Непонятно. Уже есть две стрелки, которые показывают. Ладно, эта штука, похоже, показывает погоду, которая на улице. Осадки. Ясная погода, но у нас сейчас осадки, поэтому она показывает все правильно. У нас сейчас очень повышенная влажность, она показывает все правильно, у нас весна, все тает. В принципе, ясно, что это за штука. Не ясно, зачем она существует, если есть интернет, где можно посмотреть погоду. Ну ладно. Окей, в принципе, ясно с этой коробкой. Это тоже не наши вещи, кто знает, почему они вообще здесь стоят. Но поставим их обратно. Не знаю, ли меня еще что-то удивит здесь, но здесь есть еще вот этот вот пакет. Офигеть. Какой же это, скорее всего, старый сервиз. Я таких уже 100 лет просто не видел. Я буду честен, таких вообще не видел. То самое, о чем так говорят, что очень сильно напоминает СССР. И оно здесь лежало. И в этом пакете еще очень много всего интересного. Также не посмотрел еще снизу, возможно... Нет, невозможно, там реально что-то лежит, и оно не наше. Окей, Supreme Band, и скорее всего, что это видео уже будет подходить к концу, но если тебе интересно увидеть, что здесь, вот этом вот пакете, или же интересно увидеть, что там в столиках, вот там, а там есть что-то, ух, я только что посмотрел. Supreme Band, если вы хотите продолжение такого видео, где я нахожу какие-то странные вещи в этом просто страшнейшем подвале, то давайте на это видео наберем, ну не знаю... 3000 лайков, и я сделаю новое видео. Мы рассмотрим, что лежит в этом вот пакете. Но, возможно, я вам еще покажу, что лежит в этих моих коробках, потому что это все-таки мои вещи, и я могу вам это показать. Это нормально, что как только мы зашли в подвал, он начал мерцать? Я об этом не говорил, но я заметил. А сейчас он вообще вырубился.
Мне кажется, что-то не так с этим подвалом. Что ж, Суприм Бат, да на этом все, и бра, опускайся ниже, чтобы поставить свой царский лайк. И не забывай, что 3000 лайков, и я снимаю новое видео. Тем более, Банда, я вам показал всего лишь одну деталь, которая лежит в том пакете. А поверьте, там очень много интересных деталей. Поэтому опускайся ниже, 3000 лайков, новое видео в подвале. Да. Бро, подписывайся на мой канал, ведь если ты хочешь вступить в мою Суприм Банду, самую крутую банду на Ютубе, то подписывайся на мой канал. Бандит, я жду тебя в рядах нашей банды. Ты нам нужен. Потому что, бро, придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тут под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Бро, вот коммент из-под прошлого видео. Господи, ты видишь, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы просто поцеловал каждый из этих комментариев. Так, ну целовать-то их уже точно не буду, так что просто обниму. А если ты, бро, хочешь, чтобы я обнял и тебя, так что опускайся ниже, оставляй свой комментарий, жми на лайк колокольчик, ведь это обязательно, ведь я же проверю. Если нажал на лайк колокольчик, вместе с программой, которая позволяет это сделать. Поэтому опускайся ниже, жми лайк колокольчик и оставляй комментарий. Для следующего видео тебя увидит вся Суприм Банда. Как видишь, эта хрень уже увидела вся Суприм Банда и тебя увидит. А на этом все, бро, оставайся таким шикарным. Пока!